Около 1000 сербов вышли в пятницу на улицы Белграда, чтобы поддержать российское вторжение на Украину. Активисты скандировали слово «Россия» и держали в руках российские флаги и портреты Владимира Путина. Власти Сербии официально осудили нападение Москвы на Украину, но отказались присоединиться к западным санкциям. Многие сербы считают Россию дружественным государством и верят, что Запад незаслуженно оклеветал Москву. Украину сейчас освобождают от неонацистов, больше сказать нечего. Западная система вторглась на Украину, а русские братья ее освобождают. Мы надеемся, что весь мир от нее освободится. Не могу сказать, что происходящее на Украине меня радует. Мы в шоке. Братья убивают друг друга. Это трагедия, но это нужно было сделать. Зло достигло российских границ, и если бы не это, началась бы мировая война. Так что это лучше, чем ждать более крупного конфликта. После того, как Москва начала военные действия на Украине, президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград сталкивается с давлением со стороны международного сообщества, но, цитата, «сохранит национальную гордость».